Глава республики Рашид Тимрезов провел совместное заседание антитеррористической комиссии Карачаево-Черкесии, оперативного штаба и координационного штаба по предотвращению и оперативному реагированию на угрозы возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности. В режиме ВКС в заседании приняли участие главы городов и районов региона. Вместе они обсудили взаимодействие органов госвласти, местного самоуправления, УФСБ по Карачаево-Черкесии, правоохранительных структур и силовых органов в преддверии ряда значимых общественно-политических событий. Единого дня голосования, Дня знаний и Дня республики с учетом действующих вызовов и потенциальных угроз безопасности. Отдельное внимание уделили профилактической работе с молодежью в целях недопущения проявления экстремистской направленности.